Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас пасмурный день в Санта-Крус, тут на побережье. И так в молоко такое уходит, видите, вот туда, если посмотреть, вообще ничего не видно. Не знаю, есть ли прямая связь, но деревья пахнут. Вот пахнет соснами. Мне тоже тут мочатся люди вот на каких-то углах. Это часто бывает, но это я не в счет. Я говорю про деревья, про хорошие запахи. Вот как идешь, и хорошо пахнет сосновым, хвойным, чем-то таким вот тут. Да, там впереди волны большие, но мы глянем, мы сейчас подойдем туда. Серферов очень много, очень. Вот и в лягушатнике, который у нас за спиной остался, и вот тут. Что-то я, Свет, вот я не помню, чтобы вот так пасмурно здесь было, да? Или редко, но бывает? Редко, но бывает, но мы радуемся, когда пасмурно. Да. Тоже устали от солнца. Сегодня 29 октября. И дождь не лето, уже не лето. А дождь обещали где? В Сан-Франциско? В долине? Я не знаю, но где-то вот здесь обещали. Ну, вот так пасмурно, и небо такое тяжелое. Да, дожди-то у нас редкость, поэтому... Нет, ну осень наступает, наступает осень, 29 октября. Да. Осень, да, сезон дождей. Октября. Ну, еще вот ноябрь, да, на носу. Помнишь, это ноябрь в Москве, например? Ну, снег с дождем, мы уезжали 22 ноября. Да. Снег с дождем был. Такой хлопьями такой шел, да, мокрый. Да, мокрый. Угу. Под ногами слякоть, конечно. Да. Но это конец ноября уже, 22 число, это через месяц. Ну, год на год. Сейчас, говорят, потеплее стало, ты знаешь. Вот уже Северный Ледовитый океан перестал покрываться льдом. Ледоколы не нужны никому. Да, да, так ребята, что... катастрофа глобальная. Скоро, конечно, будут отдыхать, ездить люди на, ну, берега. Ну, а вот у нас тут жарко становится. Вот я помню, что много лет назад, когда мы приехали, мы ходили зимой в зимних куртках, это было адекватно. Да. А сейчас в ветровках всю зиму. Но это было в Сан-Франциско. Да, ну теплее стали, зимы заметно. И знаешь, что интересно? Вот, там показывают какие-то фильмы из России, да? Да. Так вот я смотрю, что сейчас мы смотрим этот фильм. Там все в 70-е годы ходили в зимних шапках. Да, в меховых там, да. А сейчас все зимой ходят без шапок, теплее просто стало. Ага, то есть ты относишься это к тому, что просто теплее и не нужна шапка. Ну да, да, люди там уже как-то... Ну может быть, да, может быть. Мороза, когда все промерзает. Ты знаешь, что 20 градусов это редко было, все-таки? Ну, было, было. 15 было стабильно, а сейчас 15 редко. Ну, 8, 10, 12, 15, да, да. А мы радуемся, когда пасмурно. Мы радуемся, когда пасмурно. Потому что это недолго, это чуть-чуть. Это недолго, и самое главное, что разнообразие. Да, а то когда много солнца, то... Да, разнообразие же нужно. Я, честно сказать, даже не припомню, чтобы столько было. Слушай. Нет, там волна хорошая. Там вот... Волна хорошая, но чтобы столько народу было, это даже, я не знаю. Там давай поближе подойдем, да. Вот, друзья, краснодеревщики поработали. Смотрите, так, фанера даже изогнутая. Даже там какая-то на грузовичок. Излишество под крышей. Но... А как без излишеств? Как? Но в то же время это является, наверное, местом постоянного жительства для владельцев этой машины. Мы не будем так обобщать. Видно, что люди обустроились. А где они живут постоянно, мы не знаем. Птички, друзья. Птички украшают природу. He's been eating little mice. Really? He goes for mice. Ah, so he is hunting right now. Мышек подъедает. Little baby ones. Swallows them whole. Wow. Целиком проглатывает маленьких бэби-мышек. Ну, когда, может, он увидит, что... Он всматривается во что-то, он ищет. Тут мышки ходят. Мы думаем, что он стоит на красоте. А так вроде узкое горлышко, понимаешь? Да, мы думаем, что он красоты накладывает. Да, да, а он на работе, друзья, пришел покушать. Можно в сказать, ресторан. Как бы, да, в предприятии общественного питания. Мы видим волны красивые. И там серферы отважные. И все это такое серенькое,
туманненькое. Знаешь, чем отличие вот от того, что мы видим обычно? Да. Обычно они вот здесь вот возле берега плавают, волна как-то ближе, да, к берегу. Да, обычно они поближе, а к берегу, вот да. Вот идет большая волна, и они... Я согласен, поэтому... они прямо вот под той скалой обычно, вот то, что там подальше, вот тут. Ух ты, они обычно такие фигурки, вот посмотри, все. Там вот человек, он встал прямо. Да, да. Не упал, и прямо встал. Ну, чувствуется, что мастеров подвалило. Да, да, да. А вот новая волна пошла, смотри. Да, ну там уже асы просто. Да. Да, 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 да. Отошел от волны. Какие-то невероятные скопления. Особенно действительно вот там в удалении в этом. Как муравьев там. Смотрите. Когда они встают, да, буквально один-два встают. Это еще что-то не встают. Когда уже они встают, они встают. Волна шла сюда, потом она завернула и пошла вниз. Да, волна интересная. Такой формат имеет, такую топологию. Она так шла? Вот новая волна начинается, не знаю, что там получится из этого. Ну да, да, получается. Да, нельзя сказать, чтобы толпа спрыгивала на волну, этого нет. Ну да. Они, видно, примеряются, но не спрыгивают. Мы поменяли немножко дислокацию. Теперь все это как-то так мы сбоку смотрим, в профиль. Он еще подпрыгнул, видел? Да. Ну-ка, ну-ка. Вот когда сбоку смотришь, видно, как на ветру брызги таким шлейфом идут. Мне захотелось показать вам животных на том камне. Давайте так потихоньку наедем. Тот же островок с другой стороны. Так, 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 так. Тяжело так, чтобы рука не дрожала-то.